На аренах всего мира гонки очень популярны. Будь это гонки на мотоциклах, автомобилях, да на чем угодно. Все пытаются создать лучшую скоростную машину, а спортсмены, конечно, пытаются обуздать эти мощные, высокопроходимые машины. Мы смотрим соревнования. Итак, спортсмены проходят поворот. Бугристая дорога. Но вот один из спортсменов теряет контроль, и машина мчится на зрителей. Посмотрите, уникальная съемка. Еще раз смотрим. Спортсмен буквально вылетел из седла, и машина без руля и без витрил мчится на беззащитных зрителей. И, наконец, кадры, которые удивили и потрясли весь спортивный мир. Мы еще раз показываем эти удивительные кадры. Мы повторяем. Копье точно в цель.